Так, я нашла, где подняться. Вот по этим штукам тут можно куда-то зайти. Все заходят. А я что? Прихожая вилла. По ступеням, окружающим бассейн, пройдем к висячим садам. Посреди цветочных садов построена из дерева вилла Сафа. Иногда называется виллой Мустафа Паши. Напоминающее берега Босфора двухстороннее строение, богато резными деревянными украшениями. Исполнено в стиле 18 столетия. Одним фасадом обращенная к морю, другим обращена на цветочный сад.